Пятерочка. Теперь справа. Как ее показать-то вот? Пятерочка. Самая лучшая песня про читу. Сейчас поют. На грузинском языке это чита как чито звучит. Шутка, конечно. Стоит там не проедешь. Кстати, вот здесь-то нужно и проехать, по-моему. Или нет? Ну, здесь нет, тут уже заезд. Да что, вот эти два дома придется потом пройти. Собак хватает. Освещал всегда нам. И собачек. Собачек. В основном собак. Собачек. Что с ним сделал? Инсульт ударил. Мишу верхотуру. Я не знал, блин. Пятерочка.